нас тоже вот пришел подкачаться. Вообще, для меня очень важно заниматься регулярно физическими упражнениями, спортом. И за вот этот вот месяц, что я более-менее регулярно тренировки в свою жизнь вернула, тело кайфует, вообще по-другому себя чувствует. Хочется плечи расправить, осанку держать легче. Чувствую себя прекрасно. Все-таки спорт огромное значение имеет в нашей жизни. Сейчас мы собрем полным ходом тренировку. Он мне тоже вот такую гантелю дал, чтобы я занималась. А я хотела сказать, что для того, чтобы тренироваться, не обязательно ходить в спортзал и тратить время и деньги на дорогу, ну и деньги на сам абонемент. Можно делать это и дома. Главное делать это качественно. Вот, вообще, приехали-то мы в топ-стретчинг на растяжку, но я специально чуть пораньше пришла, чтобы сделать комплекс упражнений на попу, который нашла у Кристины. Сейчас буду по ее видео заниматься, потому что вот все у меня классно в фигуре, но вот попы сейчас почти нет. Хочется очень это исправить. Девочки, всем привет. Многие из вас просят упражнения новые для попы, что-то, что не выпады и не приседания. Потому решила показать. А это на тренировке робот. И он идет по краю обрыва. Еле удержался. И только что у него вот здесь был дом с колоннами, и он все это разрушил. И ногой его. Очень классно. Друзья, у меня тут все финальный, уже точно финальный разбор мебели, потому что завтра в 9 утра приезжает машина, чтобы все это отвезти в Питер. Хочу вам большое спасибо сказать, что заполняете анкеты. Если вдруг вы не знаете, как установить пресеты на телефон, то вам для начала нужно скачать Lightroom, он бесплатный для телефона, а потом по инструкции я прикрепила видео, смахивайте вверх, установить их на телефон. Но это видео для айфона, кажется. Если у вас Android, просто на YouTube наберите, как установить пресеты Lightroom на Android. И будет масса бесплатных подробных инструкций, потому что я так быстро объяснить здесь в сторис не смогу, как их установить. Доброе утро! У меня сегодня чуть более ранний подъем, чем обычно. Тут Луна спит. Всем желаю хорошего, замечательного дня. Короче, водитель приехал, а грузчики так и не приехали. И мне пришлось уже уйти, потому что я опаздываю на свои следующие запланированные вещи. Но я надеюсь, они приедут. Пришла на повторную процедуру лечения волос к Сергею. Я в таком восторге, девочка. Просто от всей души, сердца рекомендую это лечение. Это просто лучшее, что было с моими волосами. Кстати, девочки, сегодня в 7 часов в Клабхаусе будет очень интересный эфир. Буду я вещать и другие мамы Инстаграма. Все, мы все сделали, волосики еще более живые стали. Так что, девчонки, приходите к Сергею, если хотите длинные волосики отрастить, чтобы кончики были живые. Вот, потому что, конечно, по эффекту лучше просто. Зашла перекусить в братья Караваевых. Не знаю, почему-то это мне положили здесь. А это, получая на кассе, зачем-то упаковали в такую штуку. Ах, расстройство.